Релиз трекера кинозалсад.com. Вдруг в Новый год к нам придет с экрана. Если включит народ нужную программу, ох, что будет, держись, ты наш зритель милый. Поскорее садись, где тебя носило? Вдруг как скрипнет снег под ногой, вдруг как крикнет филин другой, и луна коснется волос, и почувствуешь, началось. Ах, как это здорово, ну, ведь такого быть не должно. Не должно, но вот же оно. В общем, будь как дома. Хотим верить, а напрасно. Сказка ложь, но намек есть, по крайней мере. Выбирай сам, дружок, верить или не верить. Сколько раз ты спорил с судьбой, сколько раз ты спорил с собой. И хоть сам ты так не считал, чудо искал, тратил деньги, плыл за моря, думал, чудо где-то, а зря. Ищешь где-то, где-то, а зря. Оно рядом, рядом. Вдруг как скрипнет снег под ногой, вдруг как вспыхнет где-то огонь. Сердце вдруг сильней станет стук, кто-то с кем-то встретится вдруг. Кто-то всех избавит от зла, кто-то скажет, ну и дела. Знать пришла сегодня пора новой старой сказки. Жили-были старик со старухой, и детей у них, ой, чуть было не сказал, не было. Погоди. Да были же у них дети. Ой, да, конечно, были. Ой, у старухи была дочка Варвара, страшная, от первого брака. И у старика была дочка, и тоже от первого брака. Ой, я тебе скажу, если разобраться, семейка была еще та. Когда это закончится? Я все должна носить сама. У меня уже болит живот. Боже, я все должна делать сама, старик. Старик, Яша! Я? Что я? Где ты был? Да, ты сани заложил? Так вот я сейчас как раз закладывал. Да, да не сюда закладывать надо, а сани! Я говорила тебе, что ты дурачина простофиля. Говорила, женушка. А пнем старым называла? Еще бы называла. Я все сказала. Что ты стоишь? Сесть. Сани закладывать нужно, сани! Хватит эти шуточки! Хватит эти выходки! Анастасия! Настя! Настя! Да, матушка. Не называть меня матушка! Никогда! Хорошо, матушка. Ближе. Не была? Готовила. Очередной тарак? Еду. Еду готовила. Ты варежку одела? Какую варежку? Какую? Часу! Свою любимую! Варежку на смотрины! Одела. Одела. А царю-батюшке
гостинцы приготовила? Да, я всю ночь варенье варила и соленье солила. Вот это! Солю, батюшки, вот это! Ближе. Я говорила тебе, что ты мерзкая. Два раза сегодня говорила. Третий хочешь? Хочу. Ты мерзкая. Спасибо, матушка. А с этим что делать? Сани все! Сани! Вообще-то, Ванечка, ты зря харчами-то перебираешь. Перебираешь? Я не перебираю. Я выбираю. Женился бы уж поскорей. Если женился бы, а, мы бы хоть финансы царства поправили. А если нет, то... А если нет, то... Что вы заладили? А если... Ты с отцом не спорь! Ты с отцом не спорь! Папа. Да? Если бы парни всей земли выбрать невест бы себе бы могли, причем у каждого, что было по одной, по две, по три, тут не Багдад родной. Парни, парни, это в ваших силах папу от инфаркта уберечь. Папа хочет умных, нежных и красивых, вот об этом речь. Не себе он хочет нежных и красивых, а тебе, царевич. Если бы девки всей земли дружно собрались и замуж все пошли, то все бы парни сразу стали бы мужья. И мой сынок, и может даже я. Девки, девки, это в ваших силах выбрать из себя, из всех одной. Вы уж постарайтесь для меня, для сына. Напрягитесь, ну! Мы и самой умной, нежной и красивой сделаем жену. Если бы папы всей земли ставить мозги своим детям бы смогли, то дети стали бы умнее бы отцов. Поскольку папы стали без мозгов. Папы, папы, мы хотим не мамы, но детей мы грудью защитим от случайной связи, от душевной драмы и от разных мымр. Мы ж хотим добра, мы им хотим добра, мы им добра хотим. Вот так вот, Ваня. Ладно, я не ретроград. Сам невесту выбирай, раз нынче выбирать дозволено. Да только побыстрее. Я попробую. Следующую, пожалуйста. А что, Вань? Это невеста. Даже это вроде ничего себе даже. Папа. Вань, ну как ты считаешь? Жонглировать двухпудовыми гирями и при этом читать стихи. Мне кажется, в семейной жизни это пригодится. Очень. Ну, не нравится она мне. Разборчивы вы стали, Вань. А внуки? Папа! Да. На. Ладно. Следующее. Невеста номер 27! Пошла! Девушки, это девушка я, на щечке розовая.
что все осуществлю. Вы свободны, спасибо. Мы вам обязательно перезвоним. Перезвоним. Что значит перезвоним? Я же сказал, что она мне не подходит. По этикету, Ваня, так принято говорить. Перезвоним. А сейчас обалденная, препрекраснейшая, наивеликолепнейшая. Царь-батюшка, не великозить вы ни слова молвить. Виляю. Кончились невесты. Ой. Все в дороге застряли. Непогода всюду. Вы смотрите прогноз погоды. Извините, зима. Поэтому всем, кто после летнего смога забыл снять маски, сделайте это сейчас. Сегодня на территории 39-го царства термометр резко упал и разбился. Поэтому мы не сможем объявить вам температуру. Ну а на Лукоморье... Оказывается, колотун. В дубовом бару, естественно, дубак. Ну, а в городах и весях холодрыга. И в заключении о главном. Всего две таблетки нашего фирменного жаропонижающего, и вы остынете до температуры окружающей среды. Ой, вот так всегда. Хотел сделать как лучше, а получилось бурга. Ну, не везде морозка. Ну, смотри, на Мальдивах солнце, на Канарах жара. О, непорядок, да? Это непорядок. Это мы сейчас, это мы исправим. О. Так это что ж, теперь у нас солнце будет, да? Нет. Теперь и у них курга. А чего, как же, конечно. Работа у меня такая, да. Как-никак, я хозяин пурги. Вот дают, а. А еще всегда меня ругают. Баба яга то, баба яга сё. Какая яга-то, господи, баба я. Не, ну, это не. Разница между нами большая все-таки. Я же добрый. Очень. А я что, злая? Да еще с таким интересным мужчином. Даже, очень даже наоборот. Ох, Морозко, мы же вместе одно сказочное дело делаем. Да, мы такие. Какую сказку не возьми, добро всегда там в главной роли. Но ты, Морозко, извини, добро без зла, как суп без соли. Ведь это логика вещей, коль добрый молодец есть в сказке. То рядом должен быть Кощей, они работают ведь в связке. Кощей и Горыныч, Илья и Царевич, и Красная Шапочка с Волком. То добрые злятся, то злые добреют, то кто-то за что-то кого-то. Все в сказке бывает, не все уцелеют. Счастливый конец был бы.
И, кстати, в сказке есть любой, да ты и сам, наверное, знаешь. Такая штука, как любовь. На что ты, баба, намекаешь? Тут никаких намеков нет, а может есть, сама не знаю. Я баба, ты еще не дед. Согласен, в сказках все бывает. Руслан и Людмила, Иро и Мальвина, царевич и эта лягушка. Последний пример, он немножечко мимо. У нас, если будет, то лучше. Не старой. Яга и Морозко узнают все скоро. Мы пара. Мы пара? Мы пара. Однажды в студеную зимнюю пору нашли мы друг друга недаром. Все. Заканчивается моя метеослужба. Да, это правильно. И начинается наша метеодружба. Ой. Выпью чаю, такая изжога. Ну, нервов не хватает. Ну, нервов не хватает. Маманя! Доча! Маманя! Ой! Боже, кто это такое красивое, блесло? Боже, должна я такую красоту родить? Эти щечки, эти губки, этот носик. Я уже вижу, как Иван-Царевич сходит с ума от такой красоты. Ага! Влюбится и женится, Варька. Точно? По крайней мере, точно женится. Ага, как же, женится. Я вся в проблемах. Не надо. Не знаю, что одеть. Одно платье меня полнит, второе старит, а третье вообще умнит. Не говори глупости. Нет, не может быть такого. Докладываю, сани поданы. Вот зачем так кричать на всю квартиру? Чего вы нам, папаша, стресс делаете? Он нам делает стресс, а я нашей Вареньке сделала сюрприз. Я пригласила из столицы визажиста. С визажиста? Это что за зверь такой? Вот дурак дураком, а фамилию подсказал правильно. Звезда в шоке. Звезда в шоке, это правда. Естественный цвет лица и ранний аляриус. Это гениально, это гениально. Я сказал, звезда в шоке, это кошмар. Это ужас. Вот это халабуда на голове, вот это что-то колбаса из головы, но это невозможно, это нельзя. Это кони-колон, кто это сейчас носит? Все это снимаем и выкидываем сейчас же. Караул, маманя! Раздеваю! Правильно. Все снимаем под музыку. Раздевают под музыку. Это стриптиз. Милочка моя, это песня. Это хит. Ежедневно меняется мода. Оно покуда стоит белый свет. У стилиста всегда для народа хоть один да найдется секрет. В ожидании чудес невозможных каждый в эти вот руки спешит. И причешет стилист и наложит, уберет, уточнит, удлинит. Ну что сказать, ну что сказать. Устроены так люди, хотят менять, хотят менять. Кто нос, кто рот, кто груди. Лишь стилист, но лишь стилист. Без всяких операций вас целиком преобразит. Так что мне, раздеваться? Можно сделать вас светской дамой. Можно сделать вас женщиной вамп. Можно косо, а можно и прямо. Можно все подешевле бы нам. Красота, извините, бесценна. Ну и скидочку сделаем вам. Ах, я в шоке, вы просто волшебник. Кстати, нос ваш не к этим глазам. Ну что сказать, ну что сказать. Все будет супер-пупер. Здесь поднять, а вот здесь убрать.
что не убрать, припудрим. Тут валанна, тут манжет, ой, тут декольте, тут пудрим. Ой, а я красивая уже. На гоме кембел курит. Заготовку такую вот примешь, обработаешь честно, с душой, имея на выходе имидж. А до этого, мам, было шо? Эх, профессия наша такая, мы меняем дефект на эффект, выражение лиц мы меняем, и выходит другой человек. Ну что сказать, ну что сказать? Ты кто? Кто я, Варвара? А я! Ты тоже, так сказать. Но в версии ты старый. Мы в шоке все, мы в шоке все. А я в особом шоке. Вот результат во всей красе. А где же мои щеки? А я в особом шоке. Ой, щеки мои, щеки! Ну как? Ну как, как? Да вроде не испортили. В смысле, вроде живенько. Живенько? А? Это же фэшн. Это гламурненько. Нереально. Это гениально. Главное, что недорого. Да. Царь, батюшка, не вели косить, вели слово молвить. Веляю. Несмотря на непогоду, и извержение вулкана, и прочую ерунду, на наш конкурс прорвалась следующая участница. Победительница 23 кастингов невест. Причем 7 из них нокаутом. Серьезно? Абсолютно. Папа! Да. Очень хотел всегда ехать сюда. Вот я перед тобой стоять, петь тут и танцевать, ты выбирать. Я из невест, вест номер первый, судьба твоя, я это я. Даже неплохо, место есть для жениха. Вместе мы удивить весь мир. Ты будешь mein Kommir, mein Kommandier. Хочешь? Я буду командир. Schnell, komm zu mir, schnell. И так решать смелее, мой мальчик, и заключать наш брачный союз. Как много даст, 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 и фантастич. А нам с тобой, ага-ха. Я боюсь. Бойся, бойся. А как я тебя хочу. Просто, просто. Ты мой любимый русский принц, я твой супер-пупер принц. Ваня, слушай сюда. Ein, zwei, выбирай. Drei, vier, мир, мир. Fünf, sechs, я твой кекс. Sieben, acht, кушай, Ваня. Мостик, я Европа, ты Москва. Хорошо, когда нас два. Ах тук, ах тук, я тебя сейчас ням-ням. Так сдавайся живо. Эй! Ну
как, сынок? Как? Может, перезвоним? Фу ты, мать, фу! Мы так тебе жену вовек не выберем! До обеда уж точно! А тебе ведь есть пора? Я на диете. И я на диете. Мы на диете. Ага. Ну чего мы боимся? Ну чего? Я боюсь. Ну чего, ну мы же не к тигру в клетку идем. О, ротик открыла. Царь-батюшка, дочь моя, Варенька, капустница, искусница, салатница. Боже, как она готовит. О, люди, которые пробовали, сходили с ума. Да, мама, ешь, ты готовлю. Мама знает лучше, мама пробовала, мама жива еще. Покажи, как ты готовишь салат, покажи. Покажи. О, я же говорила. Мама, остановите меня, я уже полбочонка нарубала. Почти правильно. Готовить, положим, умеют не все. А вот говорить об этом кто угодно. Прошу. Как вам наша кухня? Ух ты! Да ничего, нормально. Кухня представлена нашим спонсором. Спонсор купил себе новую кухню, а это передал нам. Как говорится, на тебе, Боже! Извините. Да, так, да. С чего готовить будем? О, ну вы разве не видите? Все, что угодно, пожалуйста. А я буду и пить горбат, это, кулебяку. Кулебяку, прекрасное блюдо. С этими. Ну вы поняли? Нет. Ну, неважно. Начинаем наше неподгораемое шоу. Итак, как говорится, мы готовим, вы наблюдаете. Мы кушаем, вы опять же наблюдаете, что называется People Have It. Именно так и называется наше новое кулинарное шоу. Ой, я что-то так волнуюсь. Я сегодня к вам принес не пшено и не овес, и не макароны длинные. Ой, не томи, мужик. Гостья скажет пусть сама, что готовить будем, а? А, кулебяку с мандаринами, ой. Надо же, новый какой-то рецепт. Ближе к делу. Ладно же, камера, свет. Я готова. Значит, нужен мандарин, и, возможно, не один. Сколько нужно? Да, побольше бы. Ну, возьмем штук 47. Надо чистить? Не совсем. Кое-где снимаем кожицу. Рядом же, тесто замесим пока. Ну, действуйте. Мамочки, где же? Ладно, тесто мы замнем, кухонный комбайн возьмем фирмы. Кто-то неразборчиво. Без команды не включай, поздно. Это был комбайн фирмы, да неважно в общем-то. А что это было? Дальше что? Есть еще печь СВЧ. Ну так что, влаживать? Ну так, вкладывай. Варя! Ай, зачем? Ой! Извините, дядечка. Вот и печки у нас нет. Да, хорошенький рецепт. Что ж нам делать с кулебякою? А, есть еще сковорода. Ну-ка, Варенька, сюда. Может быть, не надо, дяденька, а? На, держи. Но осторожно, тефлон. Фуфлон? Все, что есть, положи. К людям пойдем. Иди сюда. Давай. Ну, доченька, порадуй, побалуй царя-батюшку вкусненьким. О, пожалуйста. Ой. С пылу жару. Заметно. Кушать подано. Чего подано-то? Пожарных вызывай! Он вызвал. И? Отказываются, говорит, есть не будут. Фу! Фу! Это моя дочка сделала фу. Да не дочка сделала фу, а блюдо ваше фу. Фу! Это не фу, а кулебяка. Какая-то это бяка. Ой, вот, отведайте домашнего, ваше величество. А на вид красиво. И это. Царевич! Царевич! Иван! Ваня! Ты погляди, какая красота! Ляпота! Я и гляжу, красота-то! Какая! Тебя как зовут, девица красная? Настенька я.
Ваша царская. Да, для тебя можно и не царская, а просто Ваня. Ой, Ванюша. От невест, от всевозможных я немножечко устал. Как они все не похожи на искомый идеал. Для любви сватым не надо, выбор делает судьба. Счастье можно встретить рядом, просто в шаге. Шаг очень надо. А кому его сделать надо? Ну, конечно, нам, ну, конечно, нам. Искал всю жизнь, как награду. Эх, свою одну я отраду. Ну и как, нашел? Она рядом. И да, и она, и да, и она. Слова твои и греют. Есть один момент, пойми. Ты Иван, и ты царевич. Я же из простой семьи. Ты своею простотою мне дороже всех принцесс. А умом и красотою тут вообще вопросов нет. Их вовсе не надо. Если ты влюблен, если ты влюблен. Ждала всю жизнь как награду одного, кто станет отрадой. Ну и как, нашла? Да, он рядом. Ты да, это он, ты да, это он. Хочу быть с тобой рядом. Мы пока с тобой говорим про дни. Ходить куда-то не надо. Искать счастливых не надо. Самых двух счастливых не надо. Мы-то и они, мы-то и они. Ну, раз вы нашего ничего не хотите, разрешите, Ваше Величество, откланяться. Чего? Говорят, с их можно поправиться. Погоди, сейчас. Не-не-не, мы пойдем, у вас же забот полон рот. Ну, Наська! Доигралась ты, девочка, по-крупному. Ты придешь домой, я научу тебя женихов отбивать. Ответишь у меня по всей строгости закона. Ребята, я попросила тишины. Сейчас ты выйдешь в красном. Отсюда. Практически страшный суд объявляется открытым. Продолжайте иститься. Наша мать. Это, ваша мать. Ваша честь. Это мерзавка, аферистка, змея подколодная. Дочь, выбирай, пожалуйста, выражение. Тогда выбираю. Аферистка, это змея подколодная. Короче, эта мерзавка отпела у меня жениха. Ответчица, откуда вы, кто вы, с какого города? Чем вы занимаетесь? Вопрос был. Тише. Ваша честь, я работаю падчерицей. Так, кем? Я не понимаю. Падчерица. Падчерица, так. Да, я подметаю, так. Стираю, готовлю. Понятно. Иждивенка, аферистка, тунеядка. А у меня есть улики! Да как? Алька, не первая улика! Это девичьи слезы! Ой. Да это ж нельзя смотреть без слез! Вторая улика! Это разбившиеся надежды!
Ваша честь, я протестую. Я требую снисхождения к своей... Какого снисхождения? Это расстрельное дело! Какое снисхождение? Ну как, неполная семья. Матери нет. Отец алкоголик. Фу ты, какая гадость! Семейка. Нельзя. Суд отправляется на справедливое совещание. Бла-бла-бла-бла-бум-бум. Суд возвратился с совещания и... Вердикт. По статье 3.9, пункт 3.10, ответчица приговаривается к исправительным работам. Не знаю где, но знаю как. Последнее слово этой убийцы любви. Говори. Давай. Я... Хватит. Достаточно. Я – это последняя буква. Ваша честь, я протестую! Как мы испугались с дочерью. А вы, дорогой адвокат, старый дурак. И дома мы с тобой поговорим. Я слушаю. Кто в доме, тот хозяин? Будто бы ты не знаешь. Знаю, но уточнить хочу детали. Что еще за детали? Смелыми больно стали. Но, мать! А ну, молчать! Нет, я молчать не буду. Ладно, помой посуду, можешь при этом даже и поговорить. Только поднос не громко, ну а потом уборка. Но, мать! Не возражать. Главный всегда ж мужчина. Старый ты дурачина. Пролила есть такое смезозоя. Нам приносить обычу, вам же хранить обычно очаг, чтоб не сочаг. Это, мой милый, сказки даже ежу ведь ясно. Ты хоть не ешь, но поумнеешь и поймешь. Женщины рулят нынче, ну а что до добычи? Это, увы, не вы. Я не курящий, пьющий, деньги в семью несущий. Категорически я умоляю признать, что я тут главный. Ну, признаю, ну ладно. Ну, мать. Пошел стирать. Если ты главным признан, цели достиг-то в жизни можно. Теперь мыть и гладить, и стирать. Вот, молодец, и славно всем показал, кто главный. Как, мать, не показать? Ах, мужики, как дети, дети растут, а эти уже остановились. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, больше позабил. Чего мы стоим? И раз, дэнс, оба, дэнс. Все семьи счастливы по-своему, ну а наша? А наша, по-моему. Лентяйка, вот давай поговорим спокойно. Угу. Давай. Вот справедливый суд приговорил тебя к исправительным работам в избе? Приговорил. Приговорил. А почему ты не делаешь ремонт? Потому что я не умею. А почему ты не умеешь делать ремонт? Потому что я дура. Вот. Потому что ты дура, и ты должна об этом помнить всегда. Хорошо, матушка. Опять начинаешь? Заканчиваю. Сказали ремонт, тогда это к нам. Фирма «Двое из ларца». У ремонта есть начало, у ремонта нет конца. Это наш девиз. Кто хозяйка? Я хозяин. Ну, а все вопросы к ней. А если по ремонту, это сюда. Понятно. Тогда на время ремонта попрошу всех остальных покинуть помещение. Вернетесь, не узнаете? Узнаете, не вернетесь. Просим, любим. Попрошу вас. Ну что, золотое правило ремонта знаете? Чем больше денег в ремонт ухнешь, тем сильнее после ремонта ахнешь. Значит так, изба будет в стиле рококо. А курятник в стиле ко-ко-ко. Значит, интерьер в стиле техно. А фасад в стиле всехна. Стеклопакеты ставим. Зачем? Стеклопакеты ставим. Ну и, конечно, паркетинг, штукатуринг, побелинг, покрасинг, шпаклевинг. Авансинг, предоплатинг, перерасходинг. Подождите. Я, конечно, не профессионал, но, может быть, на пол
цементно-песчаную стяжечку, а? Покрытую термопленочкой с электрической разводкой, а? А еще паркетные доски под шпанированным плинтусом и бесшовный натяжной потолок ПВХ. С кулачковым зажимом. Ну, это, конечно, можно. Тащи инструменты! Уже! На опушке стоит себе избушка. Не то чтобы хрущевка, но, в общем-то, старушка. Стоит себе такая уже который год. Стоит, не ожидает, что пришел ей. Кто? Ремонт. Потолок ледяной, дверь скрипучая, под шершавой стеной плинтус вспучился. Как шагнешь за порог, лужа слева. В общем, нужен ремонт. Евро? Евро. Сначала пополам мы полы наполовину. Вот тут вот ламинатный, а там вот ковролинный, правильно? Сюда стеклопакеты, тут пластиком усё. А как поставить это? Ясно как, заподлицо. О, потолок натяжной. За порог там санузел и глубин. За порог на джакузи. Теперь обои нужно. Какие? А не ясно. Виниловые лучше. Ну, те, чтоб под покраску. О, а чтоб теплее было, то нужен тут и там. Забыл я! Пенополиуретан. О-о-о! Потолок высший класс. Получилось! Пол шикарный как раз. Ниже плинтуса. Не ремонт! Красота! Нет! Изъяна! Не смогли бы даже так, молдаване. Хорошо, что растут руки правильно, и прораб рядом тут очень грамотный, чтоб гостей принимать. Двери настежь, рады мы помогать. Настя, Настя! О! О! Красотища какая! Вот! Вот об таком интерьере, маманя, я всю жизнь и мечтала! Варенька, доча, нужно думать о женихе, а не об интерьере. Хотя, конечно, шикарно. Ужас, как хорошо! Я рада, что вам понравилось. А я сказала, понравилось? Я сказала, ужас, как хорошо! И за этот ужас ты получишь справедливое наказание! Женушка, ну зачем? Ну, Настенька же не чужая, живет с тобой в одном доме. Для нее же это уже достаточное наказание. Сядь! Молчать, я так решила. И вези свою дочку немедленно в лес. Ага. Что? Родную дочь в глухой лес? Никогда! Мне что, послышалось? Долго ли, коротко ли? Как говорят врачи-сексопатологи. Нет, ну если честно, я никогда не понимала этого места в сказке. Ну вот смотри, злобная мачеха просит старика отвезти свою единственную, любимую дочку в зимний темный лес. И что ты думаешь? Повез! Повез! Вот такой вот папаша, понимаешь? Ой, как говорится, все мужики Оставайтесь с нами, и вы узнаете, кто нагревает руки на холоде. Кто-кто в
теремочке. С кем живет? Оставленный без присмотра Змей Горыныч. Новые версии лесных пожаров. За что щиплет морозка и другие ужасы зимнего леса? И в результате что стало со светской дивой, оставленной на диком тропическом острове? Ой. Что будет с простой девушкой в глухом зимнем лесу? Ох! Что ты? Перестань! Я положительный персонаж! Да? Мне в русской сказке все можно! Ну ладно, что такое? О! А? Ну вот еще один положительный персонаж при отрицательной температуре. Как то? Положительный? Это не порядок, нет. Что-то не фурычит. Ой. О. Холодно тебе, девица. Холодно тебе, красное. Тепло, дедушка. Очень тепло. Тепло, дедушка. Очень тепло. Чуть-чуть. А так? Холодно? Все хорошо. Спасибо, дедушка. Спасибо, бабушка. Что? Я? Бабушка. А ну-ка, давай-ка, морозка, дай ей жару. В смысле, холоду. А зачем? Такая хорошая, морозоустойчивая девушка. И как же тебя занесло в этот дремучий лес, где на 100 верст вокруг ни души, а? Как так? Работаем! Дорогие друзья, мы ведем наш репортаж с 39-го этапа чемпионата мира по биатлону. На огневом рубеже наши спортсмены поразили не только все мишени, но и одного лося. И теперь спортсмены показывают рекордное время, пытаясь оторваться от лесника. Как видите, даже здесь болельщики кучей лежат, в смысле стеной стоят за наших спортсменов. Внимание! Один из спортсменов готовится стрелять. Промах! Опять промах! Ай, попал! Ты снял это? О! Видали? Народ совсем обнаглел! Зимой в дом не загонишь! Так и норовят закаляться! Пятки темно-синие. Ох, и холодрыга, но среди зимы будем бегать, прыгать, для здоровья мы. О-о-о-о. За здоровье жизнь отдать готовы. Мы можем на дешев ходить в мороз и в проруби сидеть по 3 дня. Не страшен сколиоз. Цели, а точнее дух, чтоб в здоровом теле был здоровый дух. А вторая цель в живых остаться. Снега ты побольше в руки набери, если сам обтерся, друга оботри. Ой-ой-ой-ой! Как тебе он будет благодарен. Кипит и сердце холода.
больше не могу. Ой, холодно. Давай, ребята, давай! Синий, синий гений, синий, синий гений, синий, синий гений, синий, синий гений. Он дает нам силу, мы на белом свете всех синей. Ну-ка, не стесняйся и сомнений без. Быстро раздевайся и беги к нам в лес. Стай, как мы физически культурным. Как закаляла сталь почти про нас, но наша посуровее жизнь. И подвиг каждый день и каждый час. Давай, ребята, ложись! Синий-синий гений, синий-синий гений, синий-синий гений, синий-синий гений, синий-синий гений, синий-синий красный нос. Как не стыдно, сколько можно есть? Ты объедаешь семью! Ты постоянно, Яков, объедаешь семью! Встречайте! Царь-батюшка из... Откуда мы? О, и сын! Сам царь! Не признал, ваше величество! Богатым будете! Да хотелось бы! Ну, смотрю, тоже у вас не рублевка, но так и жбенка! Все на себе! Давай! У вас товар, у нас этот купец. Вот. А, ну, короче, мы вашу дочь пришли того. Ну, сватать? О, правда? Боже, так вот же ваша суженая, Варенька, Варенька, иди, не стесняйся, котенок. Ой. Ой. Мы вам перезвоним. Он перезвонит вам. Да не я, а он. Он. Я? Мне Настя нужна. Где Настя? Ты, ведьма. Кто? Ах, Настя? А... Нет ее дома. А где она? Где? Как нету? Последний раз я видел ее в лесу. Что самое интересное, ела шишки. Ужас. Экстрим у нее. Моржевание с бомжеванием на выживание. А я вот... Завсегда дома. Меня тогда дома никогда не будет. Слышь, ты, его дома никогда не будет. Мне Настенька нужна. Я полсвета обойду за нее. Полсвета? Тогда это к нам. Горящие туры, горящие путевки, круизы туда, не знаю куда. Да погоди, ты тут другое. У нас купец, у них товар пропал. Товар? Тогда в Австралию. Шопинг среди сумчатых. Папа. Да. Что он говорит? Что ты говоришь? Я любовь свою ищу. Слышь, ты ищет! Понял, понял. Секс-туры в Таиланд. Угу. Свадебное путешествие в Новую Гвинею. По крайней мере, до того, как мы там побывали, Гвинея была почти как новая. Нет, вы не поняли. Тут родственники заявляют, что у нее этот... Айскрим. Ну, экспромт. Экстрим. Понял, решим. Экстрим на Гольфстрим, нос к носу с носорогом, сафари в Сахаре, прыжки в бочке с Ниагарского водопада. Поехали! Как говорится, дорогу осилит ведущий. Я буду долго гнать за вами вслед. В любом углу я вас остановлю. Скажу привет, хо-хо, и подарю буклет. И вас я обязательно пошлю, чтоб вы смогли увидеть белый свет. Куда-нибудь, но точно вас пошлю. Вот, например, горячий очень тур. На острова все включено, друзья. Отель семь звезд. До пляжа 5 минут. Всего 5 минут, господа. Ну и по пляжу к морю 2 часа. А в номерах свет даже ночью тут.
Все ж включено и выключить нельзя. А вот еще сафари эксклюзив на крокодилов, супер господа. Из тех, кто эту фишку посетил, никто не возвращался никогда. Ну, в смысле удовольствия не получив, никто не возвращался никогда. Да, совсем забыл, шикарнейший круиз. 6 океанов, 48 стран. Не нужно вам ни паспортов, ни виз. Плюс ужином накормит капитан. Всего 3 дня, 3 дня, а память на всю жизнь. С собою только плавки и стакан. Можно долго гнать велосипед, в глухих лесах его остановить и там разбить палаточку себе и рядышком костерчик запалить. Дешевый тур за велик только мне, плюс лесника придется оплатить. Есть много мест, где нужно побывать, и вам не отвертеться, господа. Я буду долго вам надоедать и предлагать туда вам и сюда. И чтоб меня вам больше не видать, вы согласитесь ехать хоть куда. Это не то. А мне ничего понравилось. Папа. Да. Мне Настя нужна. Ну так бы сразу и сказали. Тогда туда, где русский дух, где Русью пахнет. В Египет и в Анталию. Там зимой практически все Настеньки. Да ну вас. Да. Мне ничего не нужно. Да. Я сам свою Настю найду. Да? Куда же вы? Куда же вы? У нас для знатоков есть гастрономические туры, закусочные и столовые Костромы, семейный отдых в пещере, экстрим в трансформаторной будке. Все включено! Ты... Ушел. Ха. Да, слушай, а избенка-то ничего. А Настя это кто? А вот терем мой. Нравится? Очень. Очень. Да. Дизайн скандинавский, мотивы эскимосские, ну прямо леденящая душу красота. Ну что, раздевайтесь. Я говорю, раздевайтесь, гости дорогие. Усаживайтесь в кресла ледяные. А если кому прилечь охота, так он сугробик мягонькой, пушистенькой, холодненькой. Спасибо, дедушка. Спасибо, дедушка. А зябло? Да. Так я ж волшебник. Вмиг умчу в теплые края. Хошь в Лапландию, а хошь в саму Арктику. А может, все-таки на юг? Легко, как нечего делать. Прямо в Антарктиду. Южнее не бывает. Прошу, девочки. Увезу тебя я в тундру, ну а может быть в тайгу, может быть в Антарктику, а может даже в Арктику. По хрустящему морозу в те края, где снегопад, где живой бодрящий холод, горячо нам будет рад. А мы поедем, мы помочимся на оленях, на собаках, на санях, коньках и лыжах прямо в снежную зарю. Эй! Ты узнаешь, что напрасно все ругают холод всяко. Ты увидишь, он прекрасен, вспомни летнюю жару. Увезу тебя на север, увезу в Лапландию.
Там веселое, представлю я тебе компанию. Дед Мороз и Санта-Клаус, два таких вот мужика. Ну такое отморозят, просто надорвешь бока. Поедем мы, получился, очень резво, очень быстро. И причем настолько быстро, что мы будем гнать пургу. Ты поймешь, что минус 40 – это вовсе не минус. Это плюс, поймешь ты быстро, не поймешь, я помогу. Увезу тебя я, в общем, это как бы решено. Собирать вещи не надо, ты их снимешь все равно. Видя теплоты душевной, станет жарко среди льда. Если ты полюбишь холод, не замерзнешь никогда. Мы поедем прямо сегодня, а не хочешь, значит, завтра. Главное, чтоб на оленя и чтоб снежную залил. Стать счастливым очень просто, вот совет мой отморозка. Ехать надо, я тебе точно говорю. Ну, как-то вот так вот, в таком разрезе где-то. Ну что, девчонки, чем же вас угощать-то, а? Есть холодец, есть мороженое, рыбка ледяная. Из напитков могу предложить асти, ну, чай со льдом, кола со льдом, кофе со льдом. А просто кипяточку нет? Просто кипяточку, конечно! Есть кипяточек чукотский со льдом. Спасибо большое за угощение. Пора мне. Дел что-то у меня по горло. Но дел, я надеюсь, добрых. А как же? Путников с пути сбивать, гололед обеспечить, ну, сосульки, соответственно, везде навешать. Ну, счастливо оставаться, я полетела. А, пошла, пошла. А, за ней нужен глаз да глаз. Ну что, Настенька, оставайся здесь за хозяйку, а я тебе сейчас звездану. В смысле, звезду зажгу. А? Не страшно оставаться одной-то, а? А у меня для тебя надежная охрана есть. Ой, дедушка, может, не надо? Будет не надо, дедушка, надо, надо, чтоб, как говорится, охранять покой твоих границ.
это время идет Иван-царевич по свету и ищет. Ау! Ау! Ищет свою суженую. Слышь, какое странное слово, суженое. Как будто есть еще и расширенное. Итак, о великосветских скандалах читайте только в нашем издании. Чем огорошили принцессу? Сколько мужей было у Бабы-Яги? До чего докатился Колобок? И чего все-таки нужно было имели? Ха-ха! Откровение щуки! Ой! В общем, привела Иван-царевич дорога к тем людям, которые могут сказать, где же его Настенька? Прошу прощения за беспокойство, хочу представиться по всем условиям этикета. Я... Стой! Ты Иван-дурак! Я знала, что ты придешь. Это я знала, что он придет. Ну, я знала, что ты знала, что он придет. Верно! Я Иван. Но почему дурак? Ты знаешь, милок, это ведь от отца к сыну передается. А вы сами кто? Мы паранормальные бабки. А с виду вроде бы нормальные. Ну, правильно. Пара нормальных бабок. Я Нострадамовна. А я Глобовна. Вы-то мне нужны. Помогите Настеньку отыскать. Стой, секундочку. Ну-ка, опиши свою Настеньку. Ну, она красивая. На себе не показывай. Ну, не надо лишних подробностей. Ну, а как тогда сказать? Две руки, две ноги? Голова есть? Есть. Красивая и с головой. Странно. Ладно, будем гадать по картам. Ой. Твоя Настенька в Сыктывкаре. Где? А почему так далеко? А у меня только карта Сыктывкара есть. Извини, гадали на кофейной гуще. Кофе кончилось. Потом гадали на бобах, бобы кончились. Потом на гречке. Гречка кончилась внезапно. Ну, потом же ромашки спрятались. Не, конечно, можно погадать на от твари, от ромашек. Ну, можно. Но только все время не любит, получается. Почему? А ты когда-нибудь от твари ромашки пил? Че там любить-то? Да ну вас! Да погоди, погоди! Поможем мы тебе. Правда? Слово любви нам говорят все-все. Вы, мол, волшебницы. Мы не волшебницы, ученые. Ученые? Две светилы. Да-да. Мы знаем тайные субстанции. Мы их тут держим все. От них берем мы карму жизненную. Я себе две взяла. Помоги. Среди ненормальных представителей разных теорий, паранормальных лишь имеется я и, может, она. Не шарлатанство мракобесное, экстрасенсорика. Поможем в случае депрессии, стресса. Субтитры сделал DimaTorzok.
улыбнемся. Здрасте нам, здрасте вам. И третий глаз у вас откроется, а за ним пятый ум. Вы им поймете тайны сущего, станет все ясно вам. И к бабке вам ходить не надо б на, а ходить надо к двум. Помоги мне, все понятно. Мы тоже песни петь умеем. Вы давайте помогайте. Ты не волнуйся, Иван, не волнуйся. Где твоя Настенька находится, мы уже определили. Определили, но тут же забыли. Вот тебе, Иван, научно обоснованный GPS-клубок. Чего? Космические нанотехнологии. Со спутника определят и туда и катится. Не волнуйся, поможет он тебе твою Оксану, твою Настеньку найти. Ой, спасибо, спасибо огромное. Зеркальце, зеркальце за мной. Не надо ему. Ишь ты, хря. Да. О. Извините, давай, давай. Ой. Ты что ж ты, себе центральное отопление провел? Ой. Оригинально. Это нет, это нельзя, это что это? Ой, внучечка. Да. А что случилось, а? Где мои снежиночки? Где мои сосулечки? Где они? Так я старалась, в тереме прибралась. Вот печку растопила, холодильник разморозила. Тепло ли тебе, дедушка? Тепло ли тебе, дедушка? Да не тепло, дедушка. Мне уже... Ой, вообще, как прошлым летом мне уже. Так я сейчас камин разожгу, и совсем хорошо станет. Нет, нет, нет! Да что ж ты делаешь-то, а? Ой, чтоб тебе! Жених хороший попался, и дом полная чаша. Да, вот, внученька, на тебе приданное. Оп! А? Бери, бери и езжай, внученька, домой. Домой, пока ты еще каких-нибудь добрых дел тут не натворила. Спасибо тебе, дедушка. О. О. Красота какая. О, побежала, слава Богу. Никогда. Любовь с богатством сила. По мне и бедность не беда, но все равно спасибо. Иди домой к своей семье. Но только помни, Настя, твори добро на всей земле. Но не перестарайся. Все говорят, лишь тот богат, кто жадный, хитрый, злобный. Но это глубоко не так. Богатый тот, кто добрый, когда ты всем кругом даешь хотя бы малый грошик. С старицей все себе вернешь. Процент бы был хороший.
Да что там далеко ходить? Вот взять тебя вот ту же. Добра тут столько натворить успела, просто ужас. Да, не по-детски ты зажгла, как никогда красиво. Да я и больше бы смогла. Достаточно. Спасибо. Тебе за добрые дела досталось по заслугам. Эх, я б тебе еще дала, но ты ж спешишь, подруга. И от добра добро искать возможно, если честно. Но только просьба посещать уже другое место. Спасибо, дедушка. Не за что, внучечка, не за что. Мы тебя сами домой отвезем. Все равно, что тут дышать нечем. Ой. Нет, нет, дышать нечем. Ну что? Опять посох забыл. Ну. Фу. А это опасно. Кто до посоха дотронется, сразу замерзнет. Боже, злато, серебро. Ювелирные украшения. Цельный сундук. Я верю! Фальшивка! Бижутерия! Подделка! Не надо! Это не надо! Не надо! Да жемчуга скатные! Яхонты самоцветные, бриллианты чистой воды. И все это подарки от дедушки, от Морозка. Да. Да что же это делается? Маманя! Какие это отморозки в нашем собственном доме? Что вытворяют? Я тоже хочу. А мне? А? Только нам подарков больше, ясно? Значит так. Будьте вы все счастливы. Пойдем отсюда. Пойдем. Зависть черная. Пойдемте, красавицы. Зависть страстная. Ла-ла-ла-ла-лай. Ла-ла-ла-ла-лай. Эх, не так, маманя. Говорила мама мне, что на свете самая я лучшая из всех. Распускала уши, я слушала и слушала, но не ко мне, а к Насте привалил успех. Ах, мамочка, обманочка, случилось. Да бог с тобой, ты ж невеста видная, самая завидная. И с мамочкой не спорь. Ой. Вот оно и видно, та самая завидная. Вот сижу, завидую теперь. Вот и позавидуй. Сундуки с богатствами не мои, а Настины. Да и царевич типа указал на двери. Ах, Ларечка, подарочки еще подарит жизнь. Приползет царевич твой на своих коленочках и локти будет грызть. Лай-лай-лай-лай-лай, Тося, лай, валю, люблю. Приползет царевич твой на своих коленочках и локти будет грызть. Что я грызу. Ой. И от этой зависти. Ой. Вся киплю я, как пельмень в воде. Ты ж моя клясавица в этой белой зависти. Ты дочка прямо как невестушка в воде. Ах, мамочка, от зависти ты песен мне не пой. Белая, не белая, но я что-то сделаю со всеми и с собой.
перестань петь чепуху. Держите меня втрое. Тише, тише. Говорят ученые, что есть зависть черная посильнее белая, раз так в честь. Кто это, Дотя? Людям не подвластная, хитрая, опасная, и человека она может даже съесть. Ах, маменька, ах, варенька, ну что я вам скажу? Что? Вы тут с черной завистью мне не очень балуетесь. Пожалуйста, прошу. Балуйтесь прям. Ой, вы, дочки матери, слушайте внимательно и на ус мотайте, если есть. Тот, кто не завидовал жизни, тот не видовал. Ну что он вспомнит-то на старости-то лет? Мамочка, любви хочу, еще ж я молода. Ты запомни, доченька, что любовь закончится, а зависть никогда. Ой, самой так любви хочется. Погодите! А где ж старикан? Что Наську привез, а? То понятно, эвкерист. Только посох и остался. Ой, а как же он без посоха? Надо предотвратить эту ужасную всемирную катастрофу. Морозко, я спешу на по... Опаньки! Отлично! Яша! Что это с ней? А новые технологии быстрой заморозки. Судя по всему, приданное ей уже не понадобится. Но ей же плохо, реально плохо. Тут доктор нужен. Ну да, если плохо, доктор. Ну а если совсем плохо, то юрист. А, пожалуйста, карточка нашей юридической компании. А, Баба Я и Славей Ре. Сауна, массаж, кикиморы. На любой вкус. Извините, извините, это другая карточка, вот, пожалуйста. Ну, давайте не отвлекаться. Сундук закрывается, дело открывается. Ну что, кто тут у нас претендует на наследство? Я не обращался. А, значит, вы недееспособный, вы лишены наследства. Но я же... Да он явно недееспособный. Я мать... Более того, я мачеха и имею полное право на сундук. Да, на сундук имеете, но на содержимое... Тогда я! О, правильно, Варвара, молодец. Не надо. Сводная сестра нашей замороженной имеет полное право поехать в лес за своей долей приданого. Так, старик? Я! Я говорила тебе, что ты дурачина, простофиля? Говорила. Почему ты не везешь Вареньку в лес? Ну, мне бы это маршрут уточнить. Тебе маршрут уточнить сейчас? Правильно! Лес – наше богатство. Вот, пожалуйста, наша фирма «Темный лес», «Баба Я», «Леший» компания, «Кругляк», «Брус», «Обрезная доска». Пожалуйста. Забирайся, старый хрыч! Давай это! Вези в самую чащу, где... Богатство побольше! Ах, мамочка, обманочка, стою как дура, я... Тепло тебе! Ой, ой! Напугал, блин! Да я сам напугался. Пугало огромное. Тепло тебе, девица, тепло тебе, красная! Жарко! Ты чё, издеваешься, старый маньяк, а? Ты чё вообще к порядочным девушкам с какими-то глупостями пристаёшь, а? Это я не, это чисто для начала разговору. Да некогда мне с тобой разговаривать, ты приданная, гони! И запомни, я тебе не Наська, ты меня вокруг пальца на бикини не проведёшь! Милая, я сроду никогда никого не обманывал. Одарил же ее златом, серебром. Да видали мы эту одаренную. Правильно, златое и каменья само собой. Ты про валюту не забудь. Евро, доллары, тугрики. Ты же не в курсе, как сейчас рынок колбасит. О, как колбасит. Нельзя складывать все яйца в одну корзину.
О-о-о. Девица, так тебе еще и яйца? Внимание! Продолжаем наш репортаж. Сегодня у наших ребят, прямо скажем, удачный день. Теперь главное – прийти к финишу первыми. Да что там первыми? Прийти хотя бы до темноты. Олимпийский принцип – главное не победа. Главное не заблудиться. И вот наши спортсмены уже скрылись за поворотом. Минуточку! А как же я? Люди! Ау! С вами так хочу быть я! Дмитрий Губерниев! Меня вообще кто-нибудь слышит? Настенька! Кто же поможет моему горю? Как это кто? Как это кто? Даже странно это от вас слышать, отец! Прошу. Уважаемые сказочные зрители, если вы заболели, не занимайтесь самолечением, занимайтесь телелечением. Телечем? У нас и телевизора-то нет. Запомните, друзья, если у вас нет телевизора, срочно бегите к врачу, потому что у врача телевизор точно есть. Итак, мы начинаем разговор о самом главном. Ух ты! О царе-батюшке! Еще главней! Сегодня мы поговорим об... Секунду. Сегодня мы поговорим об... Секунду. Сегодня мы поговорим об... Об обморожениях! Помните, друзья, самое главное – не отморозить себе самое главное. Профессор, ведь чтоб сохранить здоровье, нужно его иметь. В общем, как говорится, чаша вам да змея. Любит народ лечиться, кто же ему доктор? Йо! Что же, начнем лечиться? Слушаю вас, друзья! Дочка замерзла, доктор. Так, где она? Да вот стоит. Жалуется на что-то. В общем-то нет, молчит. Ну, если жалоб нету, значит, все хорошо. Много других болезней ждет нас, друзья, еще. Что у нас нынче модно? Скажем, депрессия. С нею бороться можно. Вот вам рецепт, друзья. Вкалывать, но не в мышцу, не внутривенно, вот. Просто работать, в смысле вкалывать круглый год. И, кстати, в этом смысле лучше всего завод. Нас волнуют шлаки, да, как, мол, их выводить? Нужно всем кушать злаки, а их отвары пить. Выйдут все ваши шлаки злаками заменять. А как выводят злаки? Это уж не у нас. А как выводят злаки? Это вам в сельский час. Чтобы не простужаться, средством делюсь простым. Нужно не приближаться к тем, кто уже простыл. Если вдруг ломит спину, ой, теплый песок в носок. Ну, а мужскую силу лечит хреновый сок. Надежда, медицина.
скажем, омоложение или размер груди. Как же с обморожением? Что? Ну, тихо ты, погоди. Ну, так о чем я, кстати? Грудь как омолодить? Сколько ей? Ну, 18. О, можно и так носить. Носите грудь, деточка. Много болезней все же, но не сдавайтесь им. Нас ведь врачей побольше, значит, мы победим. В общем, о самом главном поговорили мы. Ну, а вот с дочкой как нам? Ждите конца зимы. Все! Как вы видите, неизлечимо только здоровье. Его не купишь. Хотя лекарства при этом продаются отлично. Да, но как же все-таки Настенька? Вы что? Вы что, хотите включить режим разморозка? Да! А я говорю нет! А может, это ей. Может, ей укол какой сделать? О, инъекции при обморожении пробовали. Ничего не дает. Шприцы, отец, гнутся. А может, ей это через костер прыгнуть? Не-не-не. Многие не допрыгнули. А может, это по старинке? Посадим ее на лопату и в печь. Ну вот еще, а потом? А потом уже будем лечить от ожогов. Нет, ни за что. Видите, отец, видите, если медицина бессильна, то и дедовские народные способы тем более. И потом, разве тут кто-нибудь есть из народа? Из народа? Я из народа. А вы, простите, кто? Ты что, супостат, не узнаешь, что ли? Я Иван Царевич. А, ну тогда, конечно, из народа, да. Я искал тебя, я проделал путь, мечтал, как встретимся, и ты мне скажешь что-нибудь. И ты сейчас передо мной, но этот холод ледяной стоит стеной наперекор любви земной. Как не быть? И как не жить? И кто мне сможет подсказать, как этот холод растопить? И что мне делать суждено? Подскажет сердце лишь одно, ведь бьется для любви оно, и я не сдамся все равно. Как отогреть? Тут нужен план. Быть может так, а да нет не то. Иван, а может все свое тепло, чтоб там бы ни произошло, отдать тебе, отдать всем холодам на зло. Долго я спала или не спала, но знаю точно. Волшебство, желанный миг, прикосновение губ твоих, и вот уже одно дыхание на твоих. Ты молодец, тобой горжусь. Да, это наша ерунда, еще намного я горжусь. А то, что встретиться смогли, пройдя нелегких сто дорог. И красным девицам пример. И добрым молодцам урок. Пусть на пути полно преград, любовь, что их преодолеет. Сияет ярче, милый взгляд, чем бриллиант 500 карат. И больше всех красивых слов глаза любимых говорят. Пусть говорят, пусть говорят. Она, мол, из простой семьи. А он, простите, сын царя, но здесь царит любовь.
дело к свадьбе. Ой, слушай, как я не люблю этих сказочных концовок, вот это. И я там был, мед пиво пил, по усам текло, в рот не попало. Что хочу сказать, вовремя приходить надо. Тогда и по усам не потечет, и в рот попадет. Все, как говорится, скоро сказки хэппи-энд. Всем, кто слушал, мой респект. Пошла! Вот моя суженая батюшка. Благословить. Ясное дело, женитесь на здоровье. Тем более, что за стол давно пора. Жаль, вы на диете. Хотя... На! Ребята, я против свадьбы. Свадьба через мой труп. Все. Цыц! Женитесь, дедушки. Благословляю. Стоп! А про меня забыли! Ну, кто забыл? Кто? Все помнят. Хлопцы, заноси добро! Ой, Варенька с приданным. Ой-ой-ой-ой-ой. А там, наверное, яхонты с изумрудами, а? Угадала, мама? Ошибаетесь, маманя. Женихи! Да ну. И целых два! Два! Один яхонтовый, другой изумрудный! Да ну! Встаньте, хлопцы! Ого! Ого! А зачем же тебе двое? Несовременный вы, маман! Про запас! Нет, нет! Ох уж это! Давай! Оп. Ай, ну что? Кажется, всем угодил. Да, угодил всем. Как говорится, будьте вы счастливы. Совет вам, да любовь. И нам тоже. Правда? Да, это... Ты, главное, до посоха не дотрагивайся. А я тебе не говорила... что любовь – это самое главное на свете. Сегодня еще не говорила. Но ведь это никогда сказать не поздно. Правда? Идет, кружится белый хоровод. И этот час, и этот миг для всех и для двоих. И этот снег, как будто доброй сказки свет. И верят, верят в волшебство не все. Но большинство. А снег идет, и все бело, и на душе твоей тепло. Ведь рядом близкий человек глядит с тобой на снег. Так много хочется сказать о том, как трудно было ждать. Как сквозь мороз и холода к тебе пришла мечта. А время продолжает бег. На снег ложится новый снег. И что? Чудес. И будет глаз счастливых блеск. И сказка добрая для всех, как этот белый снег.